Так, мне сказали нажать сюда. Итак, мы уже сходили к Будде, даже покрестились, перекрестились 8 раз. Сережа прочитал рэп, Оды Пикселу даже. Было дело? Нет. А чем я его взял? Итак, прямой эфир, аналитика от Сережи Пирата. Мы внимательно слушаем нашего имперского аналитика, потенциального, возможно. Отлично представил, дружище. Излагаю. Так, всем, дорогие друзья, с вами Серега, с вами Пират. Отличная аналитика от Сережи Пирата заехала. Мы заканчиваем наш репортаж. Ну давай по пикам. Team Empire тут, конечно же, оверпикнули своих соперников, потому что два саппорта, Рубик, БХ. Это очень жадно со старта. Со старта на двух саппортов будет всего лишь два нюка. Это Телекинез и Сюрюкен, которые по 100 дамага наносят. Это смешно. Взяли Легионку в харду, но к Легионке нету второго саппорта по типу Лича и тому подобных. То есть харда слабая, фантомка абсолютный фрифарм под эмпайвером Магнуса. Получит 2 миллиарда итемов, пока Джиггернаут будет с одной мантой. Я не верю, такое не выигрывать. То есть победа Team Empire 1-0? Да. Хорошо. Ну, посмотрим, конечно, пятый пик. Вдруг они сейчас под конец возьмут какого-нибудь... Например. Алхимик, возможно, и как-то выручит, хотя это очень жадно будет. Это... Вот сейчас им пятый пик, LGD, нужен какой-то маг. Волшебник, который будет спейсить для Джиггернаута и Легионера. Еще двух саппортов бесполезных, чтобы БХ под треками как-то отрабатывался. Алина? Ну... А у нас еще один аналитик вообще... есть. Это менеджер команды Team Empire Дмитрий, просто Дмитрий. Ну, как бы... Дмитрий, который очень сильно нервничает и перешел на сладкое. Он уже съел здесь все, что можно за 10 минут, оттуда взял. И считает, что будет лин на пятом пике. Или Акаша. Или Акаша. Давайте проверим. Дмитрийская Росмага. Дмитрийская Росмага вообще принято брать? Ну, короче, будет какой-то маг пятый. А вот... Или Акаша, я сам. А вот у Team Empire это вообще мясорубка пик, вот просто кайф. Двух милишников, двух коров в агре держит. Лина! А это кто? А это кто? А я помогал. Лина, значит. Сережа, вы нам не нужны больше, собственно говоря. Я сказал, как бы ваша карьера аналитика завершилась. Да, да хотя бы водоносом. Я ответ на вопрос, почему у Империи нету тренера. Собственно говоря, вот ответ. Человек понимает пики, говорил, как все работает. Магов много, их штук 50 в доте, если что. Я же сказал. Все, помолчите, пожалуйста, ваше дело читать рэп и где Рош Пит Баттл? Блин. Отстань, блин, все, уже настроение испортил.